Каждый день утром и вечером над крышами этой старой деревни разносятся одни и те же тарахтящие звуки корабельных моторов. Этот рокот в округе знает каждый местный житель. Рыбные северные традиции, словно сеть, тянутся здесь со времен господина Великого Новгорода. Так было и так есть, пока на побережье озера Ильмень живут рыбаки. Два кораблика из прошлого века тащат к берегу деревянные лодки-челноки. За 1000 лет рыбацкий промысел в этих северных волнах почти не изменился. Со времен гусляра Садко и князя Александра Невского нижегородские рыбаки достают щук и судаков со дна озера Ильмень все тем же Неводом. Нижегородская деревня Взват жила рыбой всегда. В советское время здесь был колхоз «Красный рыбак». Сегодня от него осталось одно название с тремя буквами ООО. Местные мужики давно сбились в артели и ловят белую рыбку, как частные предприниматели. Главное, им есть куда сдавать улов. Без своевременной реализации рыбный бизнес не живет. Всем холодным ветрам назло, под грязными бушлатами они хранят профессию, которую здесь 1000 лет передавали от отца к сыну. Теперь с каждым сезоном им доставать рыбку из Ильменя становится все менее и менее выгодно. Когда доход опустится ниже ватерлинии, промысел заглохнет. Если это случится, то и рыбацкой деревне с вековой историей придется туго. Мы прошлись по волнам холодного озера, пожили в рыбацкой деревне на берегу реки и узнали, почем сегодня северная рыба и почему простым рыбакам ловить ее в родном озере становится все сложнее и сложнее. Когда на берег наползает вечер, из домов к железному пирсу, пропитанному рыбьей чешуей, стягиваются люди, птицы и животные. Здесь встречают родных и узнают последние деревенские новости. Да рыбинки ходят, народ. Сейчас приедут. Не знаю, дадут или не дадут. Дадут, наверное. Дядь, вы соседи, четыре рыбака, а ни один не даст рыбинку. Девушки в сапожках – менеджеры из взводской администрации и по совместительству рыбачки. Там вдали, на корме, их любимые. Но как ни вытягивай шею, с берега не видно, что у них в мотне. Так здесь называют специальный отсек для выловленной рыбы. Бывалый мотор тикает, как ходики. Рыбаки все ближе, чайки все громче. Торжественный момент, кажется, захватывает всех – и людей, и котов. Пока власть рядом, соседка-пенсионерка пользуется случаем и в затянувшуюся паузу вставляет в свои житейские 3 копейки. А если я уеду и заводу, все равно я что-то к ней не постоянно платить буду. Все равно, да, будут квитанции приходить. За мусор будут приходить. Сапа, чехоль, клещ. В основном-то сапу ловим. Хороший у вас лов? Да, это клещ. Терпимый. Так, рыба есть? Сзади где-то едет. Двадцатские рыбаки – мужчины строгие и немногословные. Чужих здесь не жалуют. К тому же после 12 часов на холодном, пронизывающем до костей ветру не до сантиментов. А если у кого дырка между ног будет, вы заснимите? Я вообще всегда с улыбкой. Махать ручку можно при этом? Можно? Бригадир первого невода назвался Николаем. Из команды он самый возрастной, а значит опытный. 30 человек и 2 моториста. Вот и вся рыбацкая артель. Опыт горючее давал. Сейчас сами все покупаем. Горючее. И все эти двигатели сломаются. Надо самим деньги покупать. Никто не даст. Налоги
регистр в Питере. Все деньги надо платить. Соленую правду бригадир Николай нагружает вместе с выловленными судаками и лещами. Он 50 лет ходит за рыбой, но говорит, только теперь понял, что дело всей его жизни запахло керосином. При Советском-то Союзе лучше было. Лучше. Там не было никаких ни разрешений, никаких бумаг. У меня полный портфель разрешений. Эти на лодке номера, на катера, права, все, вот. За все надо платить. Это раньше и сетки, и лодки были государственные. Сегодня рыбаки все покупают сами. Сколько поймают, столько и заработают. Золотая рыбка в озере Ильмень им еще не попадалась. Там такие цены на ей. И они думают, что и мы такие цены получаем. Она вон 70 рублей. Вот этот судак крупный, 130. 130 рублей. За килограмм? Да. А в Новгороде он 300 с лишним. Цена. Упоминания о деревне Взват встречаются в 1134 году. Скоро в деревне праздник, ей исполнится 880 лет. Но кажется, с тех пор единственную дорогу, по которой можно доехать до рыбацких домиков у реки, ни разу не чинили. Пока мужчины ловят рыбу, административное управление в женских руках. Так повелось, что рыбацкой деревней уже давно руководят женщины. Последние 3 года Светлана Владимировна. Проблемы промысловиков ей знакомы. Она в деревне родилась в семье рыбака, да и муж тоже ловит в озере. Так как наше градообразующее предприятие – это Красный рыбак, и основной вид деятельности здесь в основном у всего населения – это рыбодобыча, нет у них проблем. Нет таких огроменных проблем в поселении. В Зваде рыбу ловят почти круглый год. Здесь в каждом дворе живут рыбаки или их родственники. За заборами видны лодки, сетки, рыбки. Вот где машина, ага. Потом деревянный дом и вот кирпичный. Вот там рыбак живет. Детей мало, работы мало. Надо в первую очередь надо, знаете, когда нет церкви, тогда деревня тухнет. Был храм. Его, как говорится, в хрущевское время разрушили. И поставили на этом месте клуб. В культурном деревенском храме сегодня по-осеннему свежо и уютно. Здесь есть свой маленький музей с экспонатами сетей и мереж, которыми ловили рыбу с давних времен. Там с Новгорода выходили вот эти вот корабли-то. Шли сюда через Ильмень, подходили как раз к Взваду сюда. Как путь из Варяг в Греки. Как раз на этом пути стоит Взвад-то. Местные рыбаки – все частные предприниматели, то есть работают на себя. Несмотря на бюрократические препоны, так выгоднее. В деревне примерно 7 маленьких рыбных хозяйств. Весной, когда нерест и озеро Ильмень разливается по округе, затапливая поля и дороги, промысловики ставят мережи. Это длинные ряды, состоящие из железных колец и сетей. Мережи – самый популярный и практичный способ ловли. Но прежде чем выловить рыбку, нужно собрать несколько килограммов разрешений. Вот это все, что нужно. Ага. Это всегда с собой, да? Да. Каждые 5 дней передаем отчеты. А куда сдаете? Инспекция, комитет охотчьего рыбного хозяйства. Вот оно все перечислено. Вот рудиловы идут. Но все эти бумаги гарантий успеха не дают. Рыба, она привередливая, ловится не всегда. Олег Иванович говорит, спланировать и рассчитать рыбацкий бизнес невозможно. Это что, вот у меня здесь были времена, приедешь, а там 30 килограмм. То есть здесь 300, а там 30. Соответственно, посмотришь, ага, минус 100 рублей на бензин.
остался. По местным меркам он рыбалкой занялся поздно, только когда вышел на пенсию. 10 лет назад Олег Иванович повесил свою военную портупею на стену, вернулся в родную деревню и пошел в школу преподавать ОБЖ. А тут военному пенсионеру друзья подсказали, ловить-то выгоднее, чем учить. Так и началась его рыбалка. Я продал машину, у меня было 12 за 100 тысяч. Вот купил скот еще мереж, до 500 000. Но и этого недостаточно. Олег Иванович взял в аренду на 10 лет участок воды, где должен ловить. В других местах нельзя, иначе штраф. И самое главное ограничение для рыбака – то, что весной, когда самый лов, закидывать свои снасти он может не везде. Получается срок на будущий год моего участка. Ну, там вопрос решается, или будут аукционы, на все бросим, или просто продлят. Или вообще их не будет. Сборы перед рыбалкой – это ритуал. Все проверить, все сложить. На воде может случиться всякое. Лабрадор Жак все эти человеческие хлопоты знает наизусть. Его дело ждать хозяина, берег и его второй дом. Жак, где здесь? Не, Жак, я никак. Она вас ждет, наверное, на берегу, да, всегда. Да, это всегда. Тебя ждет никак. Рыбу ест она? Ест. Как ни кутайся и не утепляйся, а местный северо-западный ветер пробирает до костей. В это время озеро Ильмень очень коварное. Его площадь при среднем уровне воды 982 квадратных километра, длина около 45 километров, ширина до 35, берегов почти не видно. Весенний лов каждый день, потому что все меняется, вода больше и меньше становится. Ну и... Эх ты. Олег Иванович проверил свои мережи. В этот раз наловить получилось. Свои рыбные места он просил нас не показывать. К вечеру замерзший, но счастливый старый рыбак причалил к деревянному пирсу на радость заскучавшему Жаку, которому тоже сегодня достанется свежая рыбка. Олег Иванович торопится, сзади уже подпирает промысловая артель, которая ловила целый день неводом. Весь улов по ленте плывет на рыбзавод. Какая красота! Ставят на весы, она завешивается и укладывается в эти чины. А потом идет на заморозку. Потом я вам покажу. Заморозка – единственное, что осталось у завода, остальные цеха закрыли. В апреле здесь проходил масштабный рейд рыбоохраны, усиленный силовыми структурами. После чего на предприятии нашли много нарушений. Неучтенную продукцию, неправильное ведение документации, загрязнение окружающей среды. Пока идут разбирательства. Хорошо, что заморозку и прием рыбы не остановили, говорят рыбаки. Иначе рыбацкой деревне было бы не выжить. Сейчас закрыли все, и сейчас будем только вот ее только перерабатывать и замораживать. Сколько получилось-то килограмм? 769. Чистый вес? Чистый вес. На котлеты. Проверки и аресты мешают рыбакам. После таких рейдов в деревне взвад многие промысловики боятся собственной тени, прячут лица, разговаривать не хотят. Здесь еще ляпнешь, что ли? Потом последствия будут. Тем более про инспекцию. Про инспекцию лучше с ним не связывать. Ну, все хуже-хуже что-то. Все это на все запреты. Каждый день приедешь и что-нибудь. Вы вот много вложили в свое вот это вот рыбацкое дело? Да все. Два брата, Алексей и Василий, всю жизнь здесь ловят рыбу, но, говорят, родной промысел тянуть все сложнее. Они, как и все частники, когда-то на свои купили снасти и лодку, но с тех пор много воды утекло, а вместо перспектив для рыбаков-промысловиков на горизонте сплошной туман. Он на пенсии, я перед пенсией. 10 лет пройдет, мы кончим. Со школы один пацан, если только останется в рыбаках. Приезжие сюда не приедут. Мы ж как чукчи в этом озере. Городского там не заставишь это работать. А тут еще до деревни долетели слухи о последних решениях чиновников. И это совсем испортило настроение рыбакам. Хоть иди и топись. Вот проблема, опять проблема. Это с 1 декабря нас вообще остановят. У нас
ни мотористов нет, это да, законных. Да. Учить? Да, учиться надо в Питер ехать и все. Что нам учиться? У нас река теперь не судоходная. Она ставится Бакена и все. А еще на воде время от времени разворачиваются настоящие сражения между рыбаками-любителями и промысловиками, которые обвиняют друг друга в том, что рыбы в реке становится меньше с каждым годом. У нас совершенно другое мнение, что это они. Здесь миримся, да, но нормально. Река большая. Не будет их, не будет нас. Модные спиннинги, как копья, смотрят в небо. Старые друзья на рыбалку в деревню приезжают из Москвы. Это 600 километров, и так уже 15 лет. Эти рыбные войны они считают бесполезными и бессмысленными. Это херня, а то вот эти, я говорю, любители прям вот так вот полосуют ножами. А это они не поймал на спиннинг свой. И что ж ему надо? Надо домой ехать, ему надо бензин управдать, что он бутылку выпил управдать. И вот он украл, и как бы-то он здесь еще латмеску и нам, что мы рыбу вычерпываем. Николай Сутягин родился рыбаком, и все сутягины ловили здесь рыбу столетиями. А вот теперь так стали прижимать. И опять разбегаются народ. Такой политикой зачахнет этот деревня. Как и все мужчины в деревне, он начал ходить с дедом и отцом на рыбалку с раннего детства. Но такой бесконтрольной ловли, как теперь, не припомнит. Лодки дорогие. Сами такие, не знаешь какие. А рыбину эту сраную в лодку бросает себе. Как-то, блин, голодные приехали. Его дом стоит на берегу реки. Казалось бы, закидывай и лови с крыльца. Но уже 7 лет нельзя. Обида у профессионалов крепкая. Ловить им разрешено только в озере. А туда нужно еще и доехать несколько километров. А это затраты. Да и погода не всегда пропускает. Веками, говорю, мы ловили. А вот теперь мы не нужны. Теперь вот база, ход базы, рыболовные базы. Вы, говорит, теперь кончайте здесь ловить рыбу не водами. А давайте будете нам лодки на прокат давать, нас возить. Это, знаешь, как обслуживающий персонал мы здесь будем. Они, барины, приедут работать, отдыхать, а мы вокруг их бегать, кроки собирать. Другой работы в округе нет. Каждую весну поля заливает вода, сажать и пасти скот негде, остается рыба. К тому же деревенские ничего больше и лучше этого делать не научились. А тут недавно им предложили переквалифицироваться в строителей, бани колоть. Николай говорит, они с мужиками потом долго смеялись. Какому тоже глупому быть человеку, где мы леса возьмем и куда ты эти бани будешь, это каждый рыбак бани будет строить. Ну, господи, какие все умные. Ну, конечно, каждый со своей колокольни смотрит. В деревенском магазине продается все, что угодно, кроме свежей рыбы. Елена Петровна Поливахина – коренная деревенская. Ее отец всю жизнь ловил здесь рыбу, потом муж. Теперь место в лодке занял и сын. Когда наступает время обедать, она садится на велосипед и едет домой. Во взводе всегда рыбный день. Богатств у нас особых нет. Так, вот это хозяин. Ну ладно, все, молодец, молодец. Все, свои. В ноябре уже холодно, надо подкинуть в печку дров. В родительской избе скромная деревенская обстановка. Рыбацкая доля золотых гор не принесла. Но, несмотря ни на что, семейное дело Елена всегда поддерживала. Теперь помогает сыну. Это чтоб выехать, сразу же надо и лодка, мотор. Моторы дорогущие такие. Ну вот, мережи, чтобы выставить. Сначала, конечно, там купили, ну, несколько рядов.
Потом на следующий год уже стал помаленьку шить новые сами. Рыба для деревенских – главная еда. Кажется, они даже светятся то ли от фосфора, то ли от свежего воздуха. Как коты на берегу рыбинки, чтобы нам принесли. Рыбу мы очень любим. У нас отец, но это самое, вот до самой смерти, это он каждый день. Чем бы мать ни кормила, ему все равно рыба. Главный повар в их семье – бабушка Шура. Сегодня она приготовила леща по-взватски. Это лещ разрезала, посолила, икру туда, поставила жарить. Потом маслица, помидор туда, вот и жарила, вот, ну. Александра Ивановна сама даже ловила рыбу в непростые послевоенные годы. Женщина показывает настоящую реликвию, которой чуть было не растопила печку. Пожелтевшая от времени бумага накладная ее мужа-рыбака. Квартал, 1972 год. Звеньевой Поливахин Петр Александрович. Рыбак колхоза «Красный рыбак». Так, количество. Так. Крупный частик, мелкий частик – это сапа. Так, третья группа – живая. В рыбацкой деревне все крутится вокруг озера. О нем говорят, ему посвящают песни, о нем складывают частушки. Как по ломоте реки лодочка качается. Петьку пьяного везут, он как собака лается. Вот, ну, рыбацкая. Баба Шура в родной деревне пережила и войну, и голод. Ее вместе с матерью во время оккупации фашисты угнали в соседний район. Если бы не рыба, говорит женщина, не выжили бы. Так что родную профессию здесь стараются беречь. Пока они в тепле, там, в озере, ловит сын Елены. Утром был сильный туман. Женщина волнуется и берется за телефон. Привет, мой хороший. Ну, вы ловите еще? Домой уже едете? Ну, поймали чего? Много? Долго вам еще ехать-то? В этом деревенском ансамбле почти все рыбачки, поэтому песни о родном крае здесь связаны с озером, причалом и уловом. Мы горды своей судьбою, что на Ильмени живем, славим край мы свой любимый, песни про него поем. Каждое утро в холод и туман мужчины в спецовках и бушлатах садятся в свои лодки и идут за рыбой на историческое озеро Ильмень. Будет ли так и дальше, здесь не знаю. Если законы и нормы для промышленной рыбалки станут для артелей непреодолимы, деревенские рыбаки сами окажутся в рыбьей чешуе, выброшенными на берег. А там, без профессии, они быстро задохнутся. И тогда от рыбацкой деревни Зват останется одно название.